Итак, всем привет, с вами мистер Вавайн. Сегодня я вам хочу показать очень интересный механизм Minecraft Pocket Edition 081 под названием телевизор. Итак, заходим в наш Minecraft. Давайте я вам для начала покажу, как выглядит этот механизм и как он работает. О, что вы подумали? Это гигантская вот такая башенка. Но нет, это телевизор. Смотрим. Ой-ой-ой, не то сломал. Так. И вы знаете, вот смотрите, сочетание гравия с песком. Вот так вот интересно, можно сказать, показывает этот телевизор. Давайте мы с вами попытаемся сделать такой же. Для этого нам понадобится все, что вы хотите в качестве крышки. Вот такой вот гравий, песок, коврик. Ну и все, в принципе. Так, для начала давайте прокопаем ямку. Удивляйтесь, куда падают все эти блоки. Можно, конечно, докопать до конца, то есть даже до бедрука. Но можно сократить. Вы просто поставите сюда коврик. Смотрите. Сейчас я его найду. Любого цвета. Кстати, извините за качество, я просто снимаю на фотоаппарат. И вот смотрите. Гравий падает. И благодаря коврику он не долетает, а превращается в маленький блок. То же самое и с песком. Поэтому это сокращает время. Ну ладно. Значит, теперь нам понадобится сделать саму крышку. Берем и ставим вот так вот. Советую всем это делать в креативе. Так. Ставим сюда. И вот делаем такую крышку уже. Здесь мы делаем так. Ну, крышка у вас может быть такая, как вы захотите. Тут, в принципе, разницы никакой не имеет, так что не переживайте уж. Ну, я сделал такую, смотрите. Вот такая вот крышка. Теперь вам нужно кое-что заприметить. Вот этот вот серединный блок, который вот я сейчас, видите, на который я сейчас пальцем показал, вот на этот вот. Видите, он даже зажегся. Мы его будем ломать, и будет показывать телевизор. То есть он нам прослужит в качестве кнопки. Берем гравий и начинаем ставить на этот серединный блок. Ну, не совсем даже серединный, а такой крайний, можно сказать. Ну, на этой полосе он серединный. Так, и ставим таких штук 5. 2, 3, 4, 5. То же самое с песком. Раз, 2, 3, 4, 5. 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 И проделаем такую комбинацию. Каждый раз по 5. Три, четыре, пять. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, вот раз, два, три, четыре. 5. И 1, 2, 3, 4. Все, уже не ставится. То есть мы не доставили 5 блоков. Значит, ломаем этот третий блок и ставим песочный. Просто так, для интереса. И я совсем забыл сделать то, что я бы вам посоветовал. Смотрите, вот этот вот блок вы ломаете и ставите какой-нибудь такой блок, например, песок, чтобы было сочнее, сочно, чтобы вы не видели задний фон или бревно там, а видели именно, ну так. Ну вот смотрите, вот так у нас получилось, большая довольно красивая башня. Стоит нам сломать этот блок, все, телевидение пошло. Так, ну все. В принципе, совсем несколько секунд оно длилось, потому что
до конца уже, как так сказать, если бы они еще выше мы бы поставили блоков, то телевизор бы шло на несколько секунд дольше. А смотрите, что здесь. Тут собралось очень много блоков, вы их просто собираете. Вот и все. Ну, в принципе, вот такой вот механизм, он довольно прикольный. Совершенно без модов телевизор, но, в принципе, это тоже телевизор. Так что не судите строго, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем желаю удачи, всем пока!